Роман Карасев и Елизавета Карасева. Школа комплексного развития Рома Карасева. Демонстрация фрагментов упражнений из комплекса «Дзюнон-Кара». Дзюнон-Кара – это одно из старинных комплексов упражнений «Дзю-Дзю-Дзю». Комплекс состоит из 15 упражнений, выполняемых в паре, а также возможно выполнение индивидуально. Комплекс «Дзюнон-Кара» усовершенствовал дзюдо-кара в конце 19 века и используется в школе «Дзюнон-Кара» дзюдо до сегодняшнего дня. Посмотрите, что вы здесь, пойдете, что вы скажете.